Здравствуйте! Как всегда в это время обзор новостей, повлиявших на жизнь республики. Это «Вести Хакасия. События недели». С вами Марина Канадакова. В ожидании своих денег вкладчики народного кредита наконец получили определенность. Банк закрылся, выплаты начнутся через 2 недели. Не только технический, но и человеческий фактор. Коммунальщиков Сорска, которые до сих пор не могут дать тепло, обвинили в разгильдяйстве. Он вернулся в семью через 70 лет. Благодаря поисковикам жители Аскиза узнали судьбу своего без вести пропавшего прадеда, солдата Ивана Байкалова. Как телевидение может помочь вернуться на 30 лет назад? Жители Аршанова узнали себя на архивных кадрах ГТРК и приехали поделиться своими воспоминаниями. Где в Хакасии уже лежит снег? Мы нашли такое место. В пятницу стало известно о пропаже вертолета, на борту которого находилось 6 жителей Саяногорска. Ми-8 выполнял рейс из Тоджинского района в Кызыл по заказу одной из саяногорских компаний. На его поиски были брошены силы Сибирского регионального центра МЧС. От местечка Сарук до Кызыла около 300 километров, и примерно через 1,5 часа после взлета связь с вертолетом была утеряна. В тот же день были начаты поиски, но впоследствии плохие погодные условия помешали их продолжить в темное время суток. Наши коллеги из гостелерадиокомпании ТВА сообщили следующие подробности ЧП. Как сообщает старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, на борту Ми-8 были 12 человек, это 7 пассажиров вахтовиков, 3 члена экипажа и 2 техника. Пока известно, что вертолет осуществлял вылет по заказу одной из компаний Саяногорска. По предварительной информации, представители компании проводили замеры снега на территории, где идет установка специального оборудования. В субботу поиски возобновились, причем группировка была значительно увеличена. В операции участвовали уже 4 воздушных борта и более 200 спасателей, в том числе из нашей республики. Позже стал известен точный список пассажиров пропавшего Ми-8. Имена жителей Хакасии обнародованы на сайте Республиканского управления МЧС. Среди них значится известный саяногорский предприниматель Сергей Стрельников. Кстати, он и был заказчиком рейса. А также врач-уролог, некоторое время назад возглавлявший республиканскую больницу, Александр Кормилкин. Кроме того, по неподтвержденным пока данным, на борту Ми-8 мог находиться и владелец авиакомпании «ТВА-Авиа», которой принадлежит пропавший вертолет. Новость об отзыве лицензии у банка «Народный кредит» еще долгое время будет определять жизнь республики. Умные вкладчики имели на одном счету до 700 тысяч рублей. Те, кто не догадался так сделать, теперь будут кусать локти. Предприятия и предприниматели, чьи деньги остались в рухнувшем банке, ждет небыстрая процедура конкурсного производства и ожидание своей очереди в общем списке кредиторов. Ну а остальным жителям республики остается хоть и с трудом, но верить в надежность своего банка. Судьба народного кредита определилась в четверг. Мы сразу же отправились к центральному офису банка, и вот что мы там увидели. Люди стучатся и звонят, но напрасно. Еще утром двери были открыты, но после обеда, когда Москва проснулась, Центробанк сообщил об отзыве лицензии у народного кредита. Как показала проверка, у народного были проблемы с достаточностью капитала и исполнением закона о банковской деятельности. Более того, он оказался неплатежеспособен перед кредиторами. Плохая новость разнеслась быстро, и люди поспешили в банк, но так и не смогли узнать, как быть дальше. Беду чувствую, слезы текут, верила. Да ну их. Они, извиняюсь за выражение, нагрелись на своем, а мы теперь расхлебываем. Стабильная, да. Получается, нельзя доверять никаким банкам. Есть и те, кто наоборот должен банку, и у них тоже есть повод для переживаний. Вот сейчас кому я должен платить? Я проплатил в прошлый месяц, как бы свои обязательства я выполнил, до них деньги не дошли. А кто виноват? А я что ли виноват? Я ж не виноват. Они теперь ко мне будут штрафные санкции какие-то предъявлять. Жалко, что банк вроде хороший был, нормальный, и что отзывают лицензию. Это, мне кажется, для Хакасии это плохо. В народном кредите обслуживались 1500 организаций, в том числе муниципальные предприятия транспорта, ЖКХ и других сфер. Кроме того, тысячи льготников получали через банк компенсации и другие выплаты. Кто-то просто не успел снять свои зарплаты и пособия. Как сообщает на своем сайте агентство по страхованию вкладов, возврат вкладов до 700 тысяч рублей начнется через 2 недели, не позднее 23 октября. Через какой банк будут идти выплаты, определится уже на следующей неделе. Между тем, пенсионеры и другие льготники открывают счета в других банках. По данным Минсоцзащиты, так поступила уже треть получателей социальных выплат. В правительстве случилась отставка года. Со своего поста уходит бывший министр финансов, первый заместитель главы Хакасии Юрий Лапшин.
Он приехал в республику после того, как регион возглавил Виктор Зимин. Красноярец занял один из ключевых постов в кабинете министров, а затем еще стал и первым замом главы республики. Окружающим чиновник запомнился как профессионал своего дела и интеллектуал, чьи интересы не ограничивались только сферой финансов. Именно Юрий Лапшин поддерживал проведение Международного историко-культурного форума на Гладенькой и приезд в Хакасию мировых звезд оперной сцены. Хотя первый зам говорил, что в республике ему нравится, он принял предложение краевых властей о переходе на новую работу в Красноярск. С чрезвычайной ситуацией в Сорске на неделе разбиралось правительство и представители федерального Ростехнадзора. Город до сих пор остается без тепла, так как коммунальщики не могут запустить в нормальном режиме котельную. Они сетовали на износ оборудования, однако проверка показала, дело не только в технике. Материал Константина Кравцова. Ой, какие молодцы! Какие они у нас веселые, какие дружные ребятки! Группа «Одуванчики» в местном детсаде сегодня то ли наполовину полная, то ли наполовину пустая. Климат в группах балансирует на грани разрешенного. Родители по возможности детей не водят сюда. Все малыши очень тепло одеты. Из-за перебоев в отоплении воспитатели накануне даже приостановили работу. Мы вынуждены были закрыться на 2 дня рабочих, получилось, в пятницу и понедельник, для того, чтобы решилась проблема на городской котельной. Без тепла оказалось порядка 100 зданий в Сорске. Больница, несколько школ, жилые дома, по сути, весь город. Казалось бы, Сорск уже не первый год лихорадит перед холодами. Должен быть опыт, но, судя по всему, тенденция не поменялась. У нас получилось, что дымососы пришли очень поздно, 27 сентября. И из-за этого мы 3 котла нам пришлось остановить, чтобы заменить дымососы. Дымососы поменяли буквально 3-4 октября ориентировочно. Вот. Потом мы запустили. Вот после этого у нас получилось, что обвалился фундамент 4-го котла. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Власти спешно ищут подрядчиков. Ведь не за горами морозы. Случись такая авария зимой, город замерз бы в прямом смысле. Пока не разберешь колосниковую решетку, не поймешь, что там внутри находится. И также фундамент, наверное, не прогнозируешь, как он себя будет вести в данных условиях, потому что грунтовые воды, они на поверхности. Но сейчас усилим рамные конструкции, как бы технические решения уже они есть. Сегодня здесь запущено 2 котла. Агрегаты дают горожанам горячую воду и худо-бедно греют батареи, но это при относительно теплой погоде. Разобраться в ситуации сегодня в Сорск приехал министр регионального развития, а вот ответственный за котельную Николай Петриченко почему-то не явился. Вот и представители технадзора уверены, причина сбоев в работе предприятия – общее разгильдяйство. Не обучен персонал. Персонал по многим направлениям отсутствует вообще. Это киповцы, часть электриков. Машинисты котлов не обучены. То есть основные причины, я считаю, это отсутствие квалифицированного персонала, обученного и квалифицированного. Впрочем, решение вопроса кадров, похоже, пока на втором плане. Полностью восстановить котлы необходимо до конца этого месяца. Кстати, на это республика уже выделяла 7 миллионов рублей. Но даже такая сумма оказалась каплей в море. Мы отремонтировали теплотрассы, также выделяли средства на ремонт котельных. Но сегодня мы видим, что этих средств было выделено недостаточно. Сейчас посчитаем смету, я думаю, порядка 15 миллионов рублей потребуется дополнительно, и уже достигнута договоренность с Минфином. Среди прочих бед котельной есть еще одна, очень важная, но о которой почему-то прежде особо никто и не говорил. С учетом того, что только один котел за сутки сжигает порядка 160 тонн топлива, имеющихся запасов здесь всего-то на несколько недель, однако пополнить его за свой счет котельная, судя по всему, не сможет. У предприятия долги в 16 миллионов рублей. Решать вопрос придется, видимо, опять же, за счет республиканского бюджета. Вместе с этим прокурор района сегодня заявил, что намерен через суд лишить Николая Петриченко директорских полномочий. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести Хакасия, события недели.
Почти четверть века ищет своего прадеда житель станции Аскиз Виталий Баранов. Боец Красной Армии ушел на фронт, как и тысячи жителей Аскизского района, и пропал без вести. Годы работы в архивах его правнуку результата пока не дали, зато помогли найти родных десяткам семей. К примеру, судьба красноармейца Ивана Байкалова из села Аскиз была неизвестна 70 лет. И буквально на днях, благодаря поисковикам и нашей программе, родные нашли бойца. Началось все с обычного письма на электронную почту нашей редакции. Виталий Баранов, житель поселка Аскиз, просит помочь разыскать родных бойца Байкалова Ивана Степановича. Информации немного – имя жены и адрес, где проживал. Но даже за этими данными стоит колоссальная работа. Виталий – волонтер, абсолютно на добровольных началах уже 25 лет восстанавливает память. А начинал с собственного прадеда Никанора Петровича Баранова. Ну, на протяжении 25 лет у меня 1300 я по нему запросов отправил. Ну, то есть 95 отрицательных где-то ответов. Сейчас я как бы половина боевого пути его установил, можно так сказать. Удалось примерно установить часть, в какой части он воевал. Потому что без номера части, то есть, ну, судьбу практически невозможно установить. Могилу прадеда Виталий до сих пор так и не нашел. Надежду не теряет, а параллельно помогает другим. Раньше было сложнее. Подтверждение тому стопки писем и горы печатных и рукописных документов. Все это ответы из военкоматов и архивов. Рассказывает, порой попадались уникальные секретные материалы об обычной фронтовой жизни. О том, как командир пьяным проспал бой. Или почему столько без вести пропавших. Не было бригад, которые бы вывозили трупы. Солдат просто засыпали землей без могил и крестов. Много свидетельств и о героизме наших земляков. В наградном архиве описано, за что давали медали. В одиночку на целый отряд немцев или ценой собственной жизни спасение однополчан. Кстати, многие невыданные в войну ордена сегодня тоже ищут уже не героев, а хотя бы близких, родственников, бойцов. Все изменилось с появлением интернета. Сегодня базы данных в общем доступе. Также в соцсетях удалось найти и единомышленников, таких же архивных поисковиков и сами отряды, проводящие раскопки. Останков находят много, а вот личных вещей – единицы. Отыскать медальон – вообще большая удача. Именно так и случилось с бойцом Байкаловым. В колбе сохранился документ. Через программу «Вести Хакасия» был объявлен розыск родных, и они отозвались. Те, кто 70 лет не знал, как и где погиб их отец и дед. Те, кто не раз отправлял запрос и пытался выяснить судьбу, но получилось это сделать только сейчас. В считанные дни связались с поисковиками и буквально сразу внучка бойца и его правнук отправились в Ленинградскую область, туда, где был найден медальон. У нас другого варианта не было. Все равно мы должны были там обязательно побывать. Поэтому как-то мы об этом даже не рассуждали. Нам важно знать, где он погиб, где провел последние свои дни. Это обязательно, ведь от человека остается память и место, куда можно как бы сходить. Ну вот могилы, конечно, его нет. От поездки в Ленинградскую область осталось тягостное впечатление. Синявинские высоты буквально усыпаны пробитыми касками солдат, гильзами, колючей проволокой. Смерть ощущается на каждом шагу. В память о тех, кто навсегда остался здесь, люди со всей страны устанавливают небольшие памятники с фотографиями родных. Получился такой стихийный мемориал. Людмиле с сыном удалось побывать на том самом месте, где был найден медальон, и, вероятно, погиб их дед. Ребята-поисковики рассказали, по всем признакам, много лет назад здесь поднимали останки бойца. То есть Иван Байкалов сегодня захоронен в одной из братских могил. Какой именно, уже не узнать. Все, что было найдено рядом, зеркальце, гильзы и тот самый медальон, теперь единственная память о бойце и семейная реликвия. Переоценить значимость работы этих ребят и тех, кто, пускай сидя у компьютера, часами роется в документах, невозможно. Сами они особой благодарности не ждут и рады, когда получается такой результат. Удовлетворенность от выполненной вот работы, как вот когда человек, допустим, выполняет работу, ну и такие же чувства, что вот. Человеку я представляю, что у меня вот дед тоже своего отца все до конца дней своих, можем так сказать, вспоминал. На фронт из Аскизского райвоенкомата ушло около 4000 бойцов. Домой вернулся каждый второй. Судьба половины тех, кто навсегда остался на полях сражений в первые годы после войны, была неизвестной. За десятилетия работы поисковиков безымянных могил становилось все меньше, а фамилий на мемориале памяти все больше. Но и этот список не окончательный, а значит, работы предстоит еще немало. Анна Ахпашева, Антон Новожилов, «Вести Хакасия», «События недели». Сейчас наша традиционная рубрика о новостях из жизни Верховного Совета.
представит отчет о готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону в Хакасии, который, кстати, для многих муниципалитетов начался, как всегда, неожиданно. Проблемы с подачей тепла возникли сразу в нескольких населенных пунктах Ширинского района и в Черногорске. Более серьезные проблемы остаются у Сорска. Из республиканского бюджета в срочном порядке выделяют деньги на топливо и ремонт центральной котельной, но в городе по-прежнему действует режим ЧС. На октябрьской сессии парламентариям представят подробный отчет. В рамках правительственного часа с докладом выступят представители исполнительной власти республики. Перинатальный центр в Хакасии намерен сдать уже в сентябре 2016 года. На строительстве одного из самых значимых социальных объектов побывал председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Верховного Совета. Владимир Костюш оценил проделанную работу. Подрядчики уже полностью подготовили площадку под главный корпус медицинского центра. Уборка излишнего мусора, грунта, срезка зараженного растительного слоя, которое пришлось утилизировать на свалке ТБО в городе Черногорске. Ну, на сегодняшний день эти работы практически завершены, выполнено временное электроснабжение. Я надеюсь, к концу недели у нас уже будет электроэнергия здесь по постоянной схеме. Сделанное водоотведение, которое, кстати, потребовало дополнительных расходов из-за близкого расположения грунтовых вод. О том, что Хакасии необходим перинатальный центр, говорили многие годы. Однако только в декабре 2013 года республике удалось войти в федеральную программу, а уже через месяц заключить контракт на строительство. Будет создан стационар на 150 коек, в структуре которого будет 105 коек акушерских и 45 коек неонатальных, то есть для детей раннего возраста. Среди 45 коек будет 20 коек реанимационных. Так же, как и в акушерском стационаре, будут находиться операционные, реанимационные и так далее. Вся структура отделения, какая необходима. Кроме этого, будет создан консультативно-диагностический центр на 250 посещений в смену. Стоимость объекта 3,5 миллиарда рублей. Треть из них заплатит республиканский бюджет. На особом контроле сегодня и строительство военного городка. Работы инспектирует в том числе и Президиум Верховного Совета во главе с Владимиром Штыгашевым. На этой неделе депутаты побывали в 5-й отдельной железнодорожной бригаде, на базе которой и идут работы. Парламентарии осмотрели строительную площадку. Военный городок нового поколения, около сотни объектов, планируют построить за 2 года. Впрочем, самые важные для части строения сдадут буквально через месяц. Столовая у нас стратегический объект. Да, объект нынешнего года сдачи. Значит, несмотря на то, что документация с колес, в общем-то, мы по графику сегодня выполняем все работы. Ну, пока не отстаем, пока не все виды работ. Вот наметили до 4 ноября запустить тепло. Кроме казарм и базы для хранения техники, на территории железнодорожной бригады появятся и музей, бассейн и даже ледовый дворец. Причем посещать их смогут как сами военнослужащие, так и жители Хакасии. Специально для них построят даже отдельный контрольно-пропускной пункт. Всего на масштабную стройку выделили больше 6 миллиардов рублей. Возведением военного городка занимаются подрядчики из Хакасии. Владимир Штыгашев отметил, что это очень важный объект не только для Абакана, но и для всей республики. Фильм об истории, которая вершилась в Хакасии. На этой неделе в Верховном Совете прошла презентация документального фильма «Избранные народом». Представила его одна из телекомпаний республики. История образования, развития и сегодняшняя работа депутатского корпуса Хакасии в свидетельствах и воспоминаниях самих народных избранников рассказывается в 10 сериях. В общей сложности живая история парламента занимает 100 минут. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить за этот фильм. Он все-таки процентов на 95 носит выдержанный такой характер, точностный характер. Фильм не о депутатах Верховного Совета, в том числе и о них. Они тоже участники всех процесса. А по сути дела фильм о создании, становлении Республики Хакасии. Кадры, текст, он как раз связан с теми событиями, которые пережила Хакасия. Посмотреть очередные серии фильма «Избранные народом» можно будет не только в эфире регионального телевидения, но и на официальном портале Верховного Совета.
максимум возможностей для ваших потребностей. Центр займов. Чкалова, 21. Новинка. Модульные кухни теперь и в Саяногорске. Собери кухню из модулей по своим размерам и дизайну и забери прямо сейчас. Сэкономь свои время и деньги. Золотой ключ. База Ива и 81. Роскошные дубленки, стильные парки, пальто на верблюжьей шерсти. Все для новой зимы в магазине «Никомода». Умопомрачительный выбор. Саяногорск, 88. Футбол лучше смотреть здесь, а концерт там. Но там же точно такой же футбол. Но вчера вы смотрели здесь, а я там. Ну так позавчера же я смотрела там, а не здесь. А у вас молоко убежало. Подключите один комплект на два телевизора, и единственное, о чем вам останется спорить, не что смотреть, а где? Триколор ТВ. Один комплект на два телевизора. Стандарт современного телевидения. Один Триколор ТВ на два телевизора. Подключи. В эти выходные супер скидки на технику в салонах «Эксперт». Холодильник «Кондезит» всего за 10 999 рублей, плюс мультиварка в подарок. Выгодно. Проверено «Экспертом». Покупай мебель сегодня, оплати за нее завтра. Мебель в рассрочку на год без участия банка. Кроме этого, доставка за наш счет. Торговый дом «Амыл», центральный вход. От наших цен на Норку вы будете в восторге. Такого еще не было. Шубы по закупочным ценам. Меховой салон «Дарья», Чкалова, 18. Покупка недвижимости под материнский капитал. Телефон 398. Там помещение свободного назначения 500 метров квадратных. Саяногорск, Советский микрорайон, 25В. Телефон 8-983-264-236. Мебель по очень низким ценам. Диваны, кухни, спальни и многое другое. Скидки, рассрочка, кредит. Город Саяногорск, Индустриальная, 31. Поворот на базу «Ива». Статус? Это что? Статус. Статус в 9.2. Магазин женской одежды для любого случая. Верхняя и вечерняя, летняя и сезонная. А главное, качественная. Магазин «Статус». Полюби свое отражение. Какой он балкон вашей мечты? Изящный, в алюминиевом остеклении. Надежный, в пластике. С яркой наружной отделкой. И стильный внутренний. А я мечтаю о французском. Окна для вас, балконы на любой вкус. 78 900. Оденем к школе всех ребят. С головы до пят. Блузочки, юбочки, рубашки. Спортивные костюмы, сумки, ранцы, рюкзаки. Огромный выбор детской обуви. А также стильная одежда для взрослых. Магазин «Шанс», Саяногорск, Центральный, 50. Фабричная мебель лучшего качества представлена в мебельном салоне «100 диванов». Огромный выбор моделей и расцветок. Мы не продаем дешевую мебель. Мы стараемся продавать дешевле. Новый сезон открыт. Классная коллекция демисезонной и зимней одежды для мужчин и женщин. В сезоне все по сезону. Адрес 89. Центр займов. Всегда положительный ответ. Чкалова, 21. Хакасия, события недели, и мы продолжаем. Развод – дело страшное, особенно когда есть что делить. Настоящими разборками в стиле 90-х обернулось желание одного из жителей Абакана разделить совместный бизнес с женой. Мужчина оказался заперт в магазине, да не один, а вместе с больной сотрудницей и судебными приставами. История тем более интересна, что в ней звучит имя в прошлом известного бизнесмена и экс-депутата горсовета Юрия Бородкина. Ждут судебные приставы, ждет скорая. Им надо попасть в мебельный магазин «Дарлинг», где уже 2 часа томятся в плену 5 человек. Среди них больная диабетом женщина, и срочно требуется помощь медиков. Чтобы вскрыть дверь помещения, пришлось обратиться к спасателям. О, давай. Все, врачи пусть зайдут сначала. Медики сразу находят больную. Женщина инсулинозависимая. Последний укол делала еще в полдень. Время в заперти показалось ей вечностью. Страшно было, потому что я просто знаю последствия. Потому что наступит любой момент кома, и можно лишиться жизни. Жить буду назло тем, кто запер. В
Торговый дом «Даринг» Галина Григорьева пришла вместе со своим работодателем, предпринимателем Владиславом Савенко. Еще недавно он был генеральным директором, но после развода бизнес необходимо делить с женой. Опасаясь, что супруга может просто распродать мебель и он останется ни с чем, мужчина через суд добился ареста товара на 3 миллиона рублей. Приставы уже описывали диваны и столы, когда, по словам заложников, объявились хозяева помещения. Приехал Бородкин Юрий Николаевич вместе со своей женой Бородкиной Жанной Алексеевной и говорит: «Это наше помещение, вы здесь никто. Примерно выметайтесь отсюда, мы вас закроем вместе со судебными приставами». Вот. Ну, в итоге нас закрыли, они собрались и уехали. Ну, и рядом с ними были лица, ну, немного похожие на 90-е годы. Приставы предпочли не обращать внимания на угрозы и продолжили свою работу. Но владельцы действительно закрыли дверь с обратной стороны и отключили свет. Когда пленники осознали, что произошло, стало не по себе. Ну, если бы они нас подожгли, и все. Мы как бы не ожидали, я думал, мы живем в государстве, где нет 90-х годов, а здесь получилось, что чуть человек не умер. Бизнесмен Юрий Бородкин, в прошлом депутат Абаканского горсовета, 5 лет назад был осужден за неуплату налогов, после чего исчез из политического бомонда республики. И вот такое неожиданное появление. Юрий Бородкин полностью отрицает свою причастность к происшествию. Я там действительно был, я был как клиент и не более. Я никакого отношения не имею.